Что могу предложить я как врач и моя клиника современному мужчине? В первую очередь, это подробная диагностика, потому что я всегда говорю в этом принципе, что нужно хотя бы смотреть на 2 шага вперед те проблемы, которые могут произойти через 5, 10, 15 лет. И если мы можем их увидеть, а мы можем это сделать, мы можем предотвратить, сделать профилактику и продлить жизнь человека значительно. Поэтому в первую очередь диагностика. Ну а те, кто вдруг решат жизненный путь продлить на 10, 20, 30 лет, эта тема, вот я глубоко занимаюсь и сам следую своим принципам. Это не просто наука, но это образ жизни.